Сумочка Bauer юниорская, 32 дюйма. Да, по габаритам эта сумка получается 72 ее длина, 74 длина. То есть, если с колесом, то будет, наверное, 70, ну, 75-76 максимум, если по габаритам крайние точки. Значит, в высоту сумка 42 сантиметра и глубина 41. Ткань для юниоров, хоккей, шайбы, лет до, так скажем, 14, подрост до 1,60 м. У сумки два торцевых кармана, везде встречные бегунки. Внутри, вот здесь карман на торце, встречные бегунки. Коньки, да, вот 43-го размера закинули. Вот так вмещаются они. Вот получается 43-й размер. Вот таким образом можно закинуть коньки в этот карман. Пару сразу. Сумка получается на колесах. Стальная выдвижная ручка. Внутри с изнанки здесь еще один карман. Сетка с обратной стороны крышки закрывающей. И вот здесь сбоку. Там вот за визиткой внутри тоже карманы сетки размером примерно чуть меньше альбомного листа. Да, эта сумка выполнена из ткани 1680 ден ПУ. То есть ПУ — это внутри, знаете, как поролончик. То есть такая мембрана, которая как бы придает форму. Сумка выглядит выигрышнее. Такая как подкачанная. И это толщина ткани за счет вспененного полиуретана, она потолще, где-то 4 мм, то есть мы трогаем, она такая как поролончик внутри. Вот у сумки стальная, повторюсь, выдвижная ручка, вот, прячется без кнопки, вставили, не выпадывает, ну и хорошо, вытащили. Назад тоже она не падает. Вот такой принцип ее действия. На дне получается сумки колеса. Два колеса, защита межколесного пространства. Здесь мы видим подшипничек на оси. Три полозья. Вот. Внутри получается пластик, пластмасса такая, 4 мм примерно. То есть она как бы гнется немножко, да, вот если так. Но вот здесь она получается, ну вот здесь вся конструкция колес, защиты, пластиковых полозий на ней держится. И она, в общем-то, ну не продавить, не прожать тут ее. Хотя вот здесь, где она не, так скажем, не было, ничего не закреплено, она как бы может ходить, падать на нее, она гнется, но принимает прежнюю форму после того, как ее перестали нагружать. Вот, если нужна доставка или детальные фото, я могу сбросить в WhatsApp. Мой WhatsApp 950 218 70 42.